Добрый день, друзья! Сегодня 10 июля. Справа от меня кусты Somerset Seedless Leon Mio. Обратите внимание, какие отросли у нас побеги. Поэтому самое время нам поговорить о такой операции, как чеканка и прищипка. Поставить точки над «и», чем отличается чеканка от прищипки и какой прием мы используем в тот или иной момент времени, в момент вегетации. Еще хочу отступить немножко от темы ролика и сказать, что у меня наконец-то набралось 5000 подписчиков. Я, в принципе, никогда не ставил себе самоцелью набрать подписчиков, но, с другой стороны, эта цифра показывает, что все мои потуги, вот какие-то попытки изложить для своих коллег по региону информацию, оказывается, не зря что-то у меня получается. И я очень рад, что вы меня смотрите. Хочу вас поблагодарить. Все-таки учителей бывших не бывает. Мое базовое профильное образование — учитель биологии и химии. Много лет назад я ушел со школы. И вот теперь нашел себя на этом канале YouTube. Хочу отметить, что мой канал не монетизирован. Я никогда не прошу лайки или подписки. Просто делаю то, что мне нравится. И очень рад, что это дело нравится вам тоже. Начнем с прищипки. Вот это у меня побег от воздушного отводка Reline Pink Seedless, на котором я объясню, что такое прищипка. Прищипка — это когда мы прищипываем самую точку роста, кончик, да, где не настоящие листочки. В каких случаях делается прищипка? Первый случай — это в основном южане у нас делают. Прищипка делается перед цветением, после 7-8 листа примерно, когда зацветает виноград. Для чего? Для того, чтобы питательные вещества, которые у нас идут сюда, в точку роста, где гормон ауксин, он тянет питание вверх, мы прищипываем, гормон исчезает вот этот вот, итоги питания все идут вниз, в зону кисти, от этого лучше опыление, от этого повышается урожайность, от этого больше грозди. И этот прием, в частности, используется для получения огромных, больших, красивых выставочных гроздей. По этому поводу есть достаточно информации у Стоева, у Лойка. Кому интересно, можете почитать этих авторов. Вот тут есть пасыночек. Вот на пасынке покажу, что такое прищипочка. Когда мы берем вот этот кончик, просто защипываем, вот это у нас прищипка. В каких случаях еще мы делаем прищипку? Еще прищипка делается вот в случаях, когда мы формируем отводок, либо делается прививка зеленым в зеленый или черным в зеленое. В августе, ближе к второй половине, наверное, мы прищипываем кончик, чтобы ускорить созревание лозы, утолщение лозы и улучшение срастания вместе в прививке, чтобы там произошло разрастание образовательной ткани и прививка хорошо срослась. Еще один момент, когда делают прищипку: если у вас была плохая перезимовка, куст поврежден морозом после зимы, то для того, чтобы увеличить зеленую массу, делают прищипку также в начале вегетации, чтобы больше шло пасынков, была больше зеленой массы, и можно было на следующий год переформировать куст. Опять же, этот прием, как правило, применяют южные виноградари. У нас на севере применение прищипок в наш короткий холодный вегетативный сезон не очень, скажем так, обоснованно и приемлемо. Теперь давайте поговорим о чеканке. Это принципиально отличный агроприем, который помогает нам улучшить созревание гроздей, ускорить накопление сахара, увеличить накопление сахара и ускорить созревание лозы. В чем его принципиальное отличие? Если мы рассмотрим таблицу из книги Стоева, то проводились исследования, где видно, что по мере роста виноградного побега в нем питательные вещества двигаются и вверх, и вниз. Вверх к точке роста, вниз идет в зону грозди, в зону кисти. Для чего идет поток вверх? Для того, чтобы питать молодые листья. Несколько ярусов, там порядка 4-5 листьев, которые не сформированы. Они, как пионеры, они нахлебники, они сами ничего не производят, им нужно питание. В то же время питание требуется в цветочную гроздь для роста ягод, для хорошего пыления, для набора сахара и так далее, тому подобное. Кто работает? Работает все как у людей, средняя часть населения. То есть пенсионеры отдыхают, молодые еще работать не могут, работает середина
куста, середина лозы. На данной таблице хорошо видно, как изменяется зона питания, куда отправляется питание в зависимости от вегетации. Чем ближе к осени, тем больше у нас рабочих листьев, больше рабочей массы, которая обеспечивает питание грозди. Причем полностью лист выходит на оптимум своей силы, на пик фотосинтеза, на пик работы на 40-й день. К 60 годам он выходит на пенсию, и после 65-70 дней его можно уже смело удалять. То же самое, вот посмотрите, у меня вот здесь вот, да, видите, да? Мы видим, что здесь листья маленькие, не сформированные. Это листья нахлебники. В чем заключается смысл чеканки? Смысл в чеканке заключается в том, чтобы убрать вот эту зону нахлебников. Во-первых, мы выбираем точку роста, где ауксины, которые вот отсюда сюда тащат питание, да? И убираем вот эту всю зону. Видите, сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять листьев, которые просят еды у куста. Мы делаем обрез до первого четко сформированного жесткого листа, который уже вступил в работу. Вот здесь мы обрезаем. Таким образом, на какой-то момент вот все питание, что шло у нас в верхушку, начинает опускаться вниз, кормит гроздь и кормит нижние участки лозы, готовя куст к вызреванию урожая, готовя куст к зиме. Экспериментально доказано, если куст перегружен и вовремя не проведена чеканка, то поток ассимилянтов доходит только до грозди и ничего на зиму не уходит в корневую систему. Куст плохо зимует, бывают выпады, бывают на следующий год плохое плодоношение, осыпание завязи и тому подобное. Поэтому первое, что мы не должны перегружать куст и своевременно провести чеканку куста, чтобы все питание опустилось у нас вниз. Теперь вопрос, когда мы проводим эту чеканку. Опять же, открываем учебник Кистоева, открываем учебник Лойко, смотрим. В южных регионах чеканка проводится, как правило, в начале августа, ближе к середине августа. Лойко пишет, что в северных регионах чеканку нужно проводить пораньше. И появились уже из-за северных регионов, где много воды, много азота и очень интенсивный вегетативный рост, появилось понятие летней чеканки. Вот это пример летней чеканки. По идее, чеканка должна у нас на севере быть вторая половина июля, после 15 числа, где-то числа 20. Но у меня кусты с разгоном, кусты показывают мощный вегетативный рост. Вот обратите внимание, Somerset Seedless, Leon Mio, огромные силы роста, поэтому их надо зачеканить. Какой обязательный момент мы делаем при чеканке вот в этот ранний период? Вот здесь мы видим уже прочеканенные верхушки сорта Cirrus Sagra. Обратите внимание, вот место среза, вот большой настоящий лист, который работает уже вниз. И для того, чтобы у нас не просыпались пасынки и спящие почки, обязательно оставляем один пасынок. Он у нас будет небольшим количеством ауксинов подтягивать все-таки питание и не давать пробуждаться спящим почкам. Это вот один из моментов, за который критикуют раннюю чеканку и предлагают подвязывать грозди, побеги свисающим приростом горизонтально и оттягивать это время чеканки. Ну вот я считаю, что если вот такие у нас выросли вот плети, то ждать уже не надо. Зачем растить еще дальше лишний компост, который все равно не будет питать гроздь? Лучше его обрезать и пустить питание вниз. Вы для сравнения можете посмотреть две шпалеры слева и справа. Слева у меня вот эти сильно растущие сорта, которые дали огромный вегетативный прирост. А справа у меня Reline Pink Seedless, красотка. Прошу прощения, не красотка. Виктория, которые не имеют большой силы роста, их, естественно, чеканить еще рано. Еще подвязка идет на последнюю проволоку. И вот как раз вот правую шпалеру я буду чеканить, как положено, во второй половине июля. А левую шпалеру, смотрите, уже побеги переросли более чем на метр верхнюю проволоку. Но это никуда не годится. Почему? Затенение, риск возникновения инфекционных заболеваний, ограничение освещения и самой шпалеры, и соседних шпалер. Поэтому берем секатор и начинаем чеканку.
чеканить будем на комфортной высоте, насколько у меня достает рука. Это где-то, наверное, 2.20-2.30. Видите, да? Оставляем пасынок и чеканим. Оставляем пасынок и чеканим. Оставляем пасынок и чеканим. После этого верхушки мы отнесем куда? В компост. Опа! Надо с той стороны зайти, неудобно. Вот так вот. О, смотрите какой. Опять же, если вы не обрабатывали, любите долму, вот эти молодые нежные листочки прекрасно пойдут вам на долму. Попутно продолжаем делать пасынкование на нижних побегах, где пропустили. Следим за болячками, следим, чтобы хорошо проветривались грозди. И после того, как я сделаю чеканку, наверное, во вторник, я обработаю весь уличный виноград орданом для профилактики милдью и профилактики антракноза. Ну вот и в заключении, посмотрите, как красиво смотрится чеканенный виноград. Когда будет еще вторая чеканка, я подрежу верхние пасынки, это будет где-то конец июля, начало августа, будет вообще ровно как по линейке. И важно, никогда не затягивайтесь с чеканкой. Если вы сделаете чеканку очень поздно, то вы упустите время, у вас питательные вещества не успеют опуститься вниз. И на севере вот рекомендации чеканить тогда, когда распрямляется коронка, мне кажется, не совсем корректные. В южных регионах фотопериодизм работает по-другому. У них быстрее сокращается день и меньше световой период. Поэтому виноград активнее откликается на сокращение светового дня и прекращает рост. У нас очень длинный световой день. И бывает, что и сентябрь, там 15-й подходишь сентября к винограду, а коронка как поросячий хвостик. Он растет, растет, растет. Ему хорошо, много влаги, света хватает. Поэтому не тяните, пожалуйста, с чеканкой. Чеканим вторая половина июля. Крайний срок, начало августа. На этом всем пока. Хорошего вам всем здоровья, теплого лета и мирного неба над головой.